Первое упоминание об усадьбе относится к 1623 году, но сегодняшний вид она приобрела при князях Волконских в конце XVIII века. Во время революции главный дом сгорел, многие вещи и ценности были сломаны или украдены. Некоторое время там была детская колония. Во время перестройки началось разделение имущества и снова усадьба пострадала. На сегодняшний день владельца у усадьбы нет. We'll be right back.
Сказать, что усадьба полностью заброшена, достаточно трудно, так как все-таки какие-то рабочие в здании заходят. Приходящим же в парк людям доступ внутрь закрыт.